Агата? Агата! Лукас, очнись! Что ты тут делаешь? Что случилось? Меня нашла полиция. Мне удалось скрыться. Я всю ночь шел пешком. Идти мне больше некуда, так что я пришел сюда. О боже, Лукас, сейчас тебе и правда нужно идти в полицию. Другого выхода нет. Я не сдамся, пока не пойму, что со мной случилось. Я снова виделся с Агатой. Прямо здесь, совсем недавно. Она умерла, но ей нужно было кое-что сказать. Она хочет помочь. Агата умерла? Ты хочешь сказать, что... Нет, Маркус, я не убивал Агату. Когда я пришел, она уже была мертва. И ты говоришь, что разговаривал с мертвым человеком? Это все бессмыслица. Маркус, со мной творится что-то странное. После убийства я обнаружил, что могу делать невероятные вещи. Я вижу то, что еще не произошло. Иногда я даже слышу мысли других людей. А мое тело стало гораздо быстрее и сильнее. Ни у кого нет таких возможностей, Лукас. Ты не становишься Суперменом. Ну, что ты собираешься делать? Тебе нельзя здесь оставаться. Полиция точно придет меня допросить. Возможно, будут за мной следить. Мне нужно найти укрытие. Я беглый преступник. Мое описание скоро будет на каждом столбе. По крайней мере, теперь я знаю, что всему этому есть объяснение. Нужно найти тех, кто за этим стоит. Береги себя, Лукас. Тебя убьют при первой же возможности. Нет, ничего хуже того, что я вижу в своих видениях. Агата говорила про Майя. Не густо, но это вся информация, которая у меня есть. Нужно найти, где спрятаться, пока я все не выясню. Мне может помочь только один человек. -5 по Фаренгейту. С каждым днем все холоднее. Похоже, весь город окоченел под горами снега и льда. Но пока никому нет до этого дела.
Иди внутрь, Тайлер. Я пойду поговорю с Гарретом, узнаю, удалось ли ему что-нибудь найти. Я за. На таком холоде даже мысли замерзают. А, Карла, я тебя ждал. Ну, что тут произошло? Сегодня утром около 5 часов сюда пришел владелец прачечной и обнаружил трупы. Когда он попытался зайти внутрь, оказалось, что дверь заперта изнутри. Он увидел через окно 2 трупа и позвонил в полицию. Что нам известно о жертвах? Мужчину зовут Хосе Лопес. Он здесь работает. Он должен был закрыть прачечную вчера вечером. Женщина Анита Мартинес. Она здесь постоянно стирала белье. Отпечатки есть? Только отпечатки жертв. Если ты имела в виду отпечатки Кейна, то их тут нет. Спасибо, Гаррит. У него в глазу нож. Наверное, смерть была мгновенной. Жуть. У него изрезаны все запястья. Похоже, на них вырезан какой-то символ. Змея. Змея с 2 головами. В его глаз воткнут нож. Черт. Это должно быть больно. Бедняжка, ее ударили спереди. Она увидела убийцу в самый последний момент. Из трубки раздаются гудки. Наверное, она не успела набрать номер. Как жалко, у нас мог бы быть живой свидетель. Три или 4 удара в область сердца. Точно так же, как и в той забегаловке. Не удивлюсь, если вскрытие покажет, что перерезаны артерии. Ты заметил кровь вот здесь? Да, я видел. Как думаешь, что это значит? Убийца истекал кровью еще до того, как зарезал жертву, как и в уборной той закусочной. Вот белье жертвы. Кто бы мог подумать, что она не доживет до того момента, когда оно будет выстирано. У ножа такая же ручка, как и у остальных инструментов. Наверное, он из этого ящика. Странно. Откуда здесь кровь? Здесь он изрезал себе запястье? В случае Кейна в кабинке тоже была кровь. Кейн тоже порезал себе руки? Видела, в замке ключ торчит. Да, я видела. Отсюда нет другого выхода. Как же вышел убийца? Бред какой-то.
Поехали. Я все осмотрела. И что нам думать об этом убийстве? Парень совершил самоубийство после убийства женщины? Как это не абсурдно, но это единственное объяснение. Не думаю, что Кейн как-то связан с тем, что произошло в прачечной. И все же между двумя этими убийствами должна быть какая-то связь. Мне было некуда идти. Я был истощен и думал, что скоро умру. Если не от холода, то от голода. Я надеялся, что смогу отдохнуть пару часов у Тиффани, набраться сил и поразмыслить над тем, что делать дальше. Я был в ее новой квартире только один раз. Где она находится, я помнил очень смутно, но, по крайней мере, в улице был уверен. Они следят за квартирой Тиффани. Ну, конечно. Они подумали, что я приду к ней, чтобы спрятаться. Нужно найти другой способ попасть внутрь. Полиция. Должен быть какой-то способ их обойти. Thank you.